Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Skoda Octavia. Проклеим у нас пол в багажнике. Проклеим на задние арки. Максимально обработаем поверхность. Все тщательно прокатываем валиком. Также проклеили задние крылья. Двери мы клеим в данной программе в 4 слоя. Поэтапно покажу вам все 4. Первый слой вибры. Толщина 3 мм. Второй слой нанесли. Шумопоглотитель называется Integra, 6 мм. Третий слой вибры 2 мм. Ну и четвертый заключительный слой проклеили шумопоглотителем, толщина его 15 мм. Также проклеили пол в салоне. Крыша. Первый слой вибры. Второй слой шумопоглотителя. Капот. Видите, первый слой проклеили на металл вибропласт. На сам утеплитель проклеили второй слой шумопоглотителя. Толщина его 4 мм. Смотрим дальше.